В Тверской области госавтоинспекторы за три дня растонировали почти 400 автомобилей. С 19 по 28 апреля в России стартовала масштабная операция «Тонировка». Главная задача этого мероприятия – выявить транспортные средства, стекла которых затемнены и не соответствуют нормам технического регламента. Согласно данным статистики, эти нормы соблюдают далеко не все водители. В поле зрения автоинспекторов по-прежнему попадают автовладельцы, которые предпочитают прятаться за тонированными стеклами от солнца и посторонних глаз, пренебрегая при этом безопасностью, и зачастую вступают в дискуссию с сотрудниками ГИБДД. Не всегда на тонированном автомобиле возможно безопасно проехать перекресток в сумерки. Ну, просто не видно приближающегося транспортного средства. По каким-то причинам на другом транспортном средстве, на котором должны быть включен ближний свет фар или ходовые огни, но не работает. Каждый день мы фиксируем такие нарушения, устраняемых, но сейчас это порядка уже 400 нарушений на территории субъекта за три дня. При этом, значит, не все граждане у нас соглашаются с тем, что данное нарушение необходимо устранять на месте. Тогда мы выдаем требования об устранении противоправных деяний. Нарушителям придется в этом случае заплатить штраф, но недавно санкции по статье 19.3 ужесточили. Теперь езда с темными стеклами обойдется не как раньше в 500 рублей, а в более весомую сумму от 2 до 4 тысяч рублей в качестве альтернативы арест, либо 120 часов обязательных работ.